Добрый, радостный, светлый праздник. Помню, как нас с родителями на демонстрацию ходили с флагами, транспарантами. Транспарантный парад, весело, музыка, песни. Всегда эта ассоциация исключительная, понимаю. Поэтому для нас, старшего поколения, 1 мая – это действительно праздник души. Улыбки, счастье, веселье. Все хорошо, когда небо чистое. Чтоб мир был, и все. Шары, эти плакаты, там, ура, ура, праздник такой веселый, хороший, очень нам нравился всегда. Молодежь, правда, о традиционной первомайской демонстрации мало что слышала, но отметить День весны и труда тоже планируют в обязательном порядке. Праздник, конечно, День весны и труда. Обязательно будем отмечать, наверное, с друзьями, как всегда, на природе. Лишний повод собраться с друзьями, с семьей, куда-нибудь выйти за город, погулять. С родителями, с родственниками поедем на пикник, пожарим форели, мясо. Хотя, конечно, праздник я уважаю этот. Мир, труд, май. Ну а тех, кто все-таки желает вместе с остальными горожанами принять участие в демонстрации, ждут с 9 часов на Театральной площади. Начало торжественного шествия в 10 часов.